Всем привет, друзья! У нас по-прежнему тепло идет, дожди идут, все хорошо. Оффроуда было мало в выходные, но я думаю, мы как раз подремонтируем к субботе машинку. По крайней мере, одну точно. И сможем катнуть. Танковая вот только что мы проехали ее там. Я вижу, льда уже не видно, снега тоже. В общем, все хорошо должно быть. Ну и на второе, давайте анонсик маленький. На 2 января 2021 года открытие сезона. У нас будет гоночка. Все, кто хочет приехать, приезжайте. Должно быть хорошо, интересно, весело, как обычно. И трасса Light будет для... Ну и на кроссоверах можно прокатиться, и на... Даже на легковых автомобилях. Мы к Суровому приехали. Сейчас отдадим. Купил я клапана направляющие. Саня говорит, все клапана какие-то неровные. Купил направляющие клапана. Сальники клапанов. В общем, чиним головку на залупазл. Процесс начинается. Я думаю, в ближайшее время мы его... Поставим в него новый двигатель и поедем. О, снег пошел. Смотрите, как под заказ. Ну вот расскажите, что постановочное у нас видео. Смотрите, снег пролетать начал. Может, снег будет, может, будет зима. Тоже будет интересно. Джип спринт будет для лайта. Ну и для харда будет пожестче трасса. 2 января, еще раз напоминаю, всем открытие сезона. В черте Киева все близко. Район мототрека. В районе Пирогова мототрек есть. В общем, координаты брошу позже под видео. Посмотрите. Ну, у вас пока разобран. Сейчас Саня там собирает. Сейчас пойдем посмотрим, что он там делает. Саня говорит, снег идет целый день. Я говорю, у вас тут отдельный микроклимат. Ну да, они в лесу. Смотрите, какой снег шикарный. Вон целый кулек запчастей. Целый, огромный. А там сальники клапанов надо вынять же, то ж вы будете собирать. Забери сальники клапанов и краску. Краску забрал. Идем. Тут серьезные машины чинят вот такие. Это... Ох, елки, слышишь? Смотри. Хо-хо-хо-хо. Головочка. А вот и поменьше. Привет. Сказали клапана, дали привет. Дали супер клапана какие-то. Которые не боятся вообще ничего. Газа нет. Газа не боятся. Там антигаз намалёв. Да, да. Специальное. Подожди. Тут нету значка. Нема. Кинули, да? Кинули. Должен такой сказали, на всю упаковку значок. Газ? Да, и газ написано. Не-не, сказали, с азотом там они какие-то супер азотистые. Не боятся газа. А заглушки на, это тебе ж, да? Или вам? Да, да. Это нам. Ой, блин. Короче, если нету наклейки газ, то... Говно, да? Ну ладно, значит, будем на бензине ездить. Головки чинят. Смотри. Это разборка? Это, да. Класс. Так будет с каждой, да? Ух, блин, класс. А, это форсунка. В детстве, когда я был токарем, тоже такой станок видел. Да, хороший. Повышенная точность. Угу. Почти Швейцария, да? Да. Ижевск от Швейцарии же недалеко. Видно, что пацаны головки чинят, да, клапанов чуть-чуть тут. Слышишь? Так может, я зря покупал, слышишь? Может. Лоханулся, блин. Тут и головок хватает. Ладно, пока, спасибо. Саня. Ну, когда мы починим машину, скажи, Саня. А, спроси, какую сначала, да? Ой, грант надо, да. Сейчас уже фолловеры смотрят на нас больше. Спасибо вам большое всем, друзья. Скоро все починим и будем гонять каждый день. Заезжаем. Серега, ты теперь знаешь, что я все время о тебе помню. Слышишь? О, что, собрали уже, да? Готов? Саня,
Иди расскажи. О, так нормально ты сделал, только надо краску я привез. Пятно контакта посмотреть. Ну так, люфтик четенький, маленький. Можно ставить подшипник где-то близко. Саня, где ты? Блин, он курит, курит все время, курит, курит. Это из-за меня, да? Из-за меня курит все время, короче, сидит. Слышишь, там звонил только что подписчик, Влад, который... А, ты же его знаешь, который на Запорожце, он же строит Залупас 4 модель, у него новая модель. На белом Запорожце, который на фесте был, понял? Так, подожди, да я понял, когда я ему говорю про этот шедевр автопрома, Суровый сразу замыкается в себе и начинает курить еще чаще. Слышишь? Короче, Влад звонил и говорит, надо УАЗовские мосты подрегулировать. Но я говорю, Суровый на такое не подпишется точно. Ну, я ему там дал пару телефонов каких-то, нашел, у меня были. У нас такое, Toyota, Lexus, там BMW. Да, Lexus, Pajero. Да, да. Не, ну я не знаю, может глянешь или нет. В общем, он строит же, что же, зеленый только будет у него залупазлик. Он когда мой увидел, был в Бобровице в прошлом году, на нем заднеприводном, а потом он начал его строить уже полноприводный. Колесо, короче, отпало тоже здесь. Тут, похоже, я не закрутил или ночью стырить хотели. Но я вроде закручивал, насколько я помню. Ну, хрен его знает. Хотя и секретки стоят. Зачем? Да подожди, мне надо сюжет высосать из пальца до 8 минут хотя бы. Сколько тут минут, не знаю. Короче, шпильки я привез. Хорошо, они у нас всегда есть. Volkswagen, масло новое. Сказали, кстати, 5W30 уже не будет. Long Life теперь 0W30 весь. Официалов не будет уже. Так что головка скоро поедет. Подшипник полуоси сегодня привезут. Давайте покажу, что с подшипником, кто не видел. Ну, вот так он за 25 лет, нет, сейчас сколько лет скажу точно, ну да, 30 где-то, наверное, грубо, лет за 30 немножко износился. Плюс мы его истязали последние 6 лет. Что это, бензин? Слил? Из бака это? Это мыли, блин. А, мыли. Бензин, кто боится, что загорится, он на сигареты не загорается. Да. Печку потом кину, сольем в печку. Там в печку уже кто-то кинул, где-то я видео видел. На растопку. Не, ну типа в баночку. Сгорела хата. Показывали по новостям, ужас, конечно. Ну, все живы, но там дети немножко обгорели. Так что с печкой осторожно. А это какой-то новый мотор вы чините, да, Саня? Таврический мотор. Кому надо починить мотор? Моторы чините, да, вы можно? Нет. Не? А, сигнализации ставить. Красненько. Я понял. Слышишь, Саня, он как-то к залупазу презрительно относится вообще, я не знаю, что. Надо, может, какую-то гадалочку подвести, чтобы как-то его это... А, слышишь, нужен экстрасенс какой-то, чтобы его это, ну понял, перепрограммировать его. Чтобы когда залупаз говоришь, он сразу убегает, а так, чтобы он наоборот... Ну, улыбаться начинал и говорил, привози. Может, он еще не катался просто? А, блин. А он не катался, наверное, толком. Не, мы же... А, не, он на Сиате тогда ехал, да? Когда мы ехали со студентами в пятером, 108 по набережной. Он испугался, студент мне на что-то сказал ему. И все, да? Так, ну что, в общем, скоро будем... Скоро все починим, короче. Да, Саня, надо поршняш этого от гранда померить будет. Может, будет время, там посмотришь, какой размер на них. Или штангелем померяешь. То я уже хотел заказывать, потом что-то засомневался и побоялся. Думаю, сейчас закажем еще не тот размер. Ну, какой ремонт? Ну, какой стоят, короче, чтобы ремонт правильно заказать. Какие стояли. И все поедет. Так, ну поедем, да, в экспедицию на днях, на поиск кардана. Грабли надо, ты говорил, тут есть где-то грабли, да? Магнит у тебя есть, два магнита. Короче, кардан найдем, и у вас будет готов. Собаки тут, барабаки, близнецы такие бегают, полная база. Короче, вон еще одна, смотрите, тут их целая банда.
Так, что короче? Короче, вот эта часть, где протекала, где подшипник стоял, плохой набор, сальник 3, 2 или 3 сальника приходит, и подшипник там в наборе. Один я нашел в Украине, ну, из оптовиков, а так что-то там, конечно, есть на автопро. А здесь, видите, где не текло, ну, где помененный подшипник, все в смазочке, все чистое, нормально. Короче, у вас почти готов. А, еще шрус поменять, шрус куплен, тоже есть. Это мы уже поставим редуктор, и можно будет заехать на подъемник и поменяем. Да. Ну и Гранд Чероки потом ждет. Кто не в курсе, мотор снят, еще на старом месте суровых. Так, это радиатор коробки. Так, еще не все, друзья. Вот наше любимое место оффроуда, одно из любимых, думаю. Иду от суровых пешком, зайду на танковые. Ну, тут четко, я вам скажу. Ничего не растаял лед. Никто не ездил тут, видите. Давно здесь лед. И следов танков нету. Так что мой кардан, я думаю, должен быть целенький. Ух, хочется прокатиться. Вот такая она. Оттаявшая, подмерзшая. И подтаяла. Ну, мороз был. Промерзла здесь хорошо. Меньше недели был. Ну, грубо неделю был минус. И даже было минус 10. Может, в субботу поедем кардан искать, может, раньше. У вас сделаем. А, сделаем. Ну, короче. Какие-то остатки есть карданов. Может, поставим другой и поедем. Классно в лесу. В любое время года. Такой зимний пейзаж. Шикарный. Еще не все, друзья. Подшипничек пришел. Чтобы вы понимали его размер. Вот такая болванка. Просто нереально. Почему патрулевский мост такой долговечный и надежный? Теперь я думаю, когда вы это видите, вот он двухрядный, конический. В общем, и в комплекте не три, два сальника идет. Два сальника, чтобы все было герметично. Для сравнения, там где-то есть видео на канале. Мы в Гранд Чероки меняли и одновременно меняли на Мегауазе вот такой подшипник. И он просто, наверное, меньше внутренней обоймы, наружный там диаметр. Такой детский. Но я уже про ширину не говорю. То есть он там тоже такой на треть, наверное. Так, так мосты и ходят. Задний мост, я же говорю, не попадай вода. Но он вечный фактически. То есть износ там появится не может нигде без водички. В общем, всем пока, подписывайтесь, до встречи.